бройлеры сегодня, 6 августа. Первый мостик. Вчера он загрузил его тут. Сейчас он решил еще подправить. Я попросил его. Тоже сегодня 6 у нас августа. Вот такая дорожка. Прямо получилась переходная трасса. Вот тут и видно, кто чего стоит. Вот стоит бульдозер того. Попросил меня выйти. Я ехал сегодня первый раз с ним. Там так трясет сильно. Вот так. Это вот столбы, которые я говорил вчера. Считаю, что в извести их осмолили 100 лет назад, по моим подсчетам. 100, если не больше.
Это вот дорожка такая. Это я сумки взял с собой. Свой ему обед принесут, а я свое взял сам. Вот так. Это вот вода. Все с другой стороны. И перегородье. Мелконьки. Это не то, что там, где работаем сейчас. Это, как говорится, попутно. Идет. Он сам знает, как сделать. Еще раз съездить. Так, видишь, вчера сделал, перелез, а сегодня он уже улаживает. Это мы возвращаемся со второго мостика. Это Волков Владимир Иванович. А вот там наш лагерь летает далеко. А вот это у тебя там, как называется раньше, самогон? Нет, это самогон. Вот, скатал это уже Женя, ну, чуть, копешки.